Еще одна акция памяти прошла сегодня перед Русским театром. Несколько сотен людей несли цветы к импровизированному мемориалу, свечи и детские игрушки. Пожар в здании торгового центра в Кемерово начался 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были кинотеатры и детский развлекательный центр. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Несколько десятков пострадали. Все работники культуры, деятели культуры и искусства нашей республики скорбят вместе с кемеровчанами, выражают самые искренние соболезнования семьям погибших, желают скорейшего выздоровления тем, кто оказался в этой страшной трагедии, оказался к этому каким-то образом причастен. Никто из нас не застрахован, и сегодня отменены все развлекательные мероприятия в учреждениях культуры. Конечно же, хочется пожелать, чтобы был мир, чтобы было добро, чтобы было здоровье у всех. И таких вот ситуаций, страшных трагедий в нашей жизни не происходило больше. На самом деле, наверное, в этой ситуации комментарии, какие-то слова, они излишни, но не говорить тоже невозможно. Какие эмоции? На самом деле, уже который день раздавлено. И если мы в таком состоянии, то даже невозможно представить, в каком состоянии находятся те, которые были там, которые потеряли своих близких, своих детей, своих родных. И на самом деле правильно говорят, что чужого горя не бывает. Это наше общее горе, и в этой ситуации, не дай бог, но может оказаться каждый. И, конечно же, я выражаю самые искренние соболезнования от себя, от своей семьи, жителям Кемерово, тем, которые потеряли своих близких. Я желаю скорейшего выздоровления тем, кто остался в живых. И пусть такое горе больше никогда не повторяется в нашей жизни, в нашей истории. Дети не должны умирать.